Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с описанием картин по книге «Великие музеи мира». Неизвестный автор. Щенок, играющий с пером фазана. Корея, династия Чосон. 16 век, шелк, чернила, краска. 31/43. Династия Чосон, иначе Чаосянь, также известна как династия Ли. Последняя правящая династия Кореи, царствовавшая 518 лет и закончившая с аннексией Кореи и Японии в 1910 году. Некоторые специалисты атрибутируют эту картину корейскому мастеру Юи Амму. Она является фрагментом оригинального шелкового свитка, служившего настенным украшением. Жанр анималистической живописи сформировался в корейском искусстве в XVI веке. В эпоху династии Чосон он стал очень важным. Известно, что в качестве испытания при приеме художника на государственную службу требовалось написать животное. Выдающимся анималистом стал Юи Ам, потомок королевской династии. Он приобрел широкую известность, специализировался на изображении собак. Его картины ценились и изучались не только в самой Корее, но и в Японии. Ну, вот такое описание из книги «Великие музеи мира» к работе неизвестного автора «Щенок, играющий с пером фазана». Корея, династия Чосон, 16 век. Пока-пока, до свидания.